Анна работает в Успенском на предприятии, занимающемся городским благоустройством и помогает обслуживать населенные пункты округа. В МБУ она трудится с 2016 года и в свой профессиональный праздник получила заслуженную награду. Коллектив у нас отличный, у нас отличный директор, коллектив очень дружный, все всегда приходят друг другу на помощь. Ну, мне очень нравится там работать. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником. Сотрудники коммунальных служб из Барвихи, Успенского и Назарева получили грамоты и благодарственные письма. ЖКХ, несмотря на всю проблематику, которая валится на плечи наших организаций, справляется с задачами, решает проблемы, вовремя проводит капитальные ремонты, текущий ремонт, обслуживание и так далее. Конечно, работа очень непростая, потому что требования наших жителей постоянно меняются, растут. К поздравлениям работников коммунальной сферы присоединились и местные депутаты-единороссы. А сотрудники МУП ЖКХ Назарева передали маскировочные комплекты для участников спецоперации. Парламентарий отметил, что любая поддержка очень важна для наших бойцов. Екатерина Крамур, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».